Это Алена. Сегодня говорим про почки и, соответственно, почему почки связаны с эмоциональным состоянием. Детокс почек очень серьезная вещь, и она влияет на физику. Почки выводят продукты распада белков, мочевину, аммиак, мочевую кислоту. И если почки не в порядке, то эти вещества могут накапливаться и оказывать токсический эффект. Почки представляют собой миллионы, миллионы крошечных фильтров, которые очищают кровь от вредных веществ. Соответственно, вот если у человека проблемы с почками, то все эти продукты распада начинают накапливаться в самом организме. И человек, знаете, что чувствует? Он чувствует хроническую интоксикацию и, соответственно, усталость. Вот такие простые вещи. Здравствуйте, Алена. У меня хроническая усталость. Можете ли вы мне помочь? И вот такие вещи мне пишут часто мои клиенты. И мне хочется дать им вот обратную связь. Многие думают, что, например, калий для почек вреден. Но могу сказать, что последнее исследование говорит о том, что калий защищает как раз-таки почки. Когда в организме, наоборот, слишком много натрия и мало калия, то это может вызвать различные проблемы со здоровьем, например, хроническую болезнь почек. Поэтому очень важно следить за соотношением калия, натрия в организме. Если вам хватает калия, то вы будете защищены от избыточного натрия. Калия обязательно должно быть в 2 раза больше, чем натрия. Главный фактор, разрушающий почки, это высокоуглеводный рацион. Именно высокие углеводы дают сахар, и пустые углеводы дают нагрузку на почки. Симптомы проблем с почками совершенно разные, и, надеюсь, вы их знаете. Это пенящаяся моча, моча темная, металлический прискус, впуск... Раз, два, три... Три-два раз. Металлический привкус, потемнение мочи, пенящаяся моча, зуд кожи, повышенное артериальное давление. И это все признаки проблем с почками. Как улучшить детокс почек? Соответственно, токсины есть у всех. Но здесь всего лишь нужно перейти на низкоуглеводную диету. Это уменьшит окисление в почках и улучшит их работу. Исправить соотношение натрия и калия. Соответственно, здесь можно кушать много листовых салатов, там, например, авокадо, употреблять умеренное количество белка и усилить детокс при помощи определенных продуктов. Суперпродукты, которые любят почки, это сельдерей, кинза, куркума, крестоцветные ягоды и зеленый чай. И еще они очень любят чеснок. В общем, ребята, вот такие нехитрые вещи нужны для того, чтобы у вас все было хорошо с почками. Если вам тема моего блога близка, натуропатия, психология, подписывайтесь на меня, пишите вопросы, я с радостью вам отвечаю. Пока!